что, друзья, наступил 2018 год, и петух уступает свое место собаке, которая символизирует верность, преданность, честность и мудрость. А это значит, что желтая земляная собака должна принести нам мир и согласие, добро и оптимизм, плодовитость, боже, и благоденствие. Мы хотим поблагодарить, друзья мои, информационных спонсоров, торгово-развлекательный центр «Питерленд». Это те люди, которые внесли свою посильную лепту вот в наш сегодняшний вечер, а также детский журнал «Эрудит». Ну что, Сережа, мы готовы пригласить на нашу сцену следующую замечательную гостью нашего вечера. Поэтесса, певица, композитор Ольга Шестакова с песней «Ломаная душа». Ваши аплодисменты, Ольга. Как вышло так, мы с тобой не смогли быть дорогой одной. Сколько воды утекло, все равно, все равно, все будто сон не со мной. Ты идешь дорогой другой. Голос привычно звучит в телефоне, гудки. Тебя только в память след, лети по свету.